Привет, это Камчатка с Александром Петровым. На носу камчатское лето. Поэтому за окном температура уже плюс 4, хмурое небо, и на сопках до сих пор кое-где лежит снег. А я сижу в теплом доме в уютном кресле, потому что культуртрегером быть легко и приятно. Не нужно грязными руками на заводе крутить гайки. Можно просто читать вслух хорошие стихи. Те самые стихи, с которыми вы бы никогда не познакомились. По той простой причине, что вы крутите гайки, а читать не умеете. Великий русский поэт Юрий Кублановский. Книга «Долгая переправа». Книга, в которую вошли стихи, написанные уже в веке 21-м. Эта книга, кстати, хвастаюсь, попала мне непосредственно от автора, приславшего его на Камчатку. Книга с дарственной надписью. И я прочитаю самое первое стихотворение, открывающее книгу, стихотворение «Ночь в Ярославле». Красиво, эстетично. Громады лип завороженные на набережных и откосах. Дороги, не освобожденные от многосуточных заносов. Но разве проскрипит топтыгинский возок опального Берона, да просвистит далекой рыбинской состав в минуту перегона? В наполовину обесточенной стране при общей незадаче живу, как шмель, на заколоченной ему принадлежащей даче. И спят окрестные, безбрежные, непроходимые от дома в алмазной крошке дюны снежные, вплоть до щетинки окоема. Но суждено, как заведенному, сюда по жизни возвращаться парами воздуха студеного на Волжской стрелке. Задыхаться, где залпы красной артиллерии выкашивали богоносца после падения империи, теперь лишь звездочки морозца подбадривают полузримые, когда держу тебя под локоть, и наша жизнь необратимая, покуда ни земля, ни копоть. Не надо вслед за обновленцами нам перекрещиваться снова. Мы остаемся ополченцами не всеми преданного слова. Юрий Кублановский, великий русский поэт, единственный ныне живущий великий русский поэт. Книга «Долгая переправа». Стихи, написанные в 21 веке. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится знакомиться на моем канале с хорошей литературой. Пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то, пожалуйста, выполните вот эти вот рекомендации в правом нижнем углу кадра для того, чтобы не пропустить новые видео на канале. До свидания.